Я когда позвонила вот этому... Вот такое письмо с жалобой в местную мэрию вынуждены были написать несколько жителей района Петколледжа. Они не понимают, почему автобус номер 4 в этом году не выпустили на привычный уже всем дачникам маршрут. Ведь сейчас он им так необходим. Мы вот дачники, вот автобус у нас ходил от Старикова и конечная дача Карьер. Нам было очень удобно, народу здесь собирается очень много, едем через весь город. И вот сейчас автобус отменили, и нам приходится ходить или до Солнечного, или до 4-й площадки. Представляете, две остановки идти. Казалось бы, пройти две остановки не беда, если бы они не находились в нескольких километрах от домов пенсионеров. Ситуацию осложняет и груз, который бабушки по необходимости берут с собой на дачу. Чаще бы поехал, так вот в гору-то идти, как я вчера с тележкой чуть добрела, мне 80 лет. Как оказалось, автобус с маршрутом номер 4 все же ездит. Но если в прошлом году он ходил от Карьера до острова Старикова, то сейчас его путь сократили практически вдвое – от Старикова даже до вокзала. Из-за этого многие садоводы терпят неудобства, ведь им приходится ездить с пересадками и подолгу ждать следующий автобус на вокзале или же идти на другую остановку, чтобы сесть на другой автобус. Я сажусь, везу рассаду, я уже сажусь с пересадкой, потому что, чтобы уехать, там у нас народу очень много садится. И вот тащусь с этой рассадой, потом пересаживаюсь и еду дальше. Однако в администрации пояснили, что изменения маршрутов были попросту необходимы. Специалисты следили за наполняемостью автобусов весь прошлый год. И выяснилось, что практически всегда он был полупустым, даже в самый разгар дачного сезона. Во-первых, с протяженностью маршрута, его целесообразностью этого маршрута и рентабельностью. У нас и так на данном направлении работают муниципальные автобусы, которые мы субсидируем. Так скажем, то количество пассажиров, которые они не довозят. Если я уже много тоже принимаю звонков на личный и на рабочий телефон, знакомые многие звонят, да, то есть на сегодняшний день там на линии стоит ЛиАЗ вместимостью 116 человек. Никаких перемен в четвертом маршруте в ближайшее время вноситься не будет. Поэтому дачникам все же придется привыкнуть к новому пути по направлению к своим садовым участкам. Татьяна Тункусю, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5-й канал.